Огромные коммунальные счета, которые недавно получили жители столичного микрорайона Болдырая, это ошибка. Об этом сегодня заявили в столичном домоуправлении Ригаснамо Парвалднекс. Это произошло после того, как накануне РУСЛСМ рассказал про дома на улице Лелупес, где счета за коммунальные услуги приближались к 1000 евро. Почти половину от счета в некоторых квартирах составляет плата за электричество. Из-за особенностей подключения в этих домах расчет за потребленную электроэнергию происходит через Ригаснамо Парвалднекс, а не напрямую с поставщиком электричества, которым в этом случае является предприятие ТЭТ. В счетах, которые жильцы получили за декабрь, стоимость электричества была рассчитана, исходя из тарифа 69 центов за киловатт-час. Таким образом, за одно только электричество многие заплатили более 400 евро. Как сегодня заявил домоуправ Ригаснамо Парвалднекс, тариф был рассчитан неверно, исходя из информации, полученной от ТЭТ. Поэтому жильцов ждет перерасчет. За электричество в помещениях общего пользования он составит порядка 2-3 евро. Что касается электроэнергии, потребленной внутри квартир, коррекция составит куда больше. Тариф будет рассчитываться не по 69, а по 26 центов за киловатт-час без НДС. На этой неделе потребители получат исправленные счета. Ригаснамо Парвалднекс публично принес извинения за неудобства.